Ну что, друзья, здравствуйте, всех приветствую. Мы продолжаем проходить Star Wars Battlefront 2. Да, Star Wars Battlefront 2. Интересная игрушка. Очень интересная. Очень классно. Кто видел предыдущую серию, там в верхнем правом углу. Ой, прошу прощения. В верхнем правом углу или левом. В верхнем углу. Подсказочка выпала, блядь, что? Подсказочка выскочила на предыдущую серию и на плейлист, да. Плейлист находится еще в описании. Посмотрите, в принципе, с самого начала данной игры. Очень интересная игра. Прикольно, мне нравится. Очень красивая даже. Вот, остановились мы с вами как раз вот здесь. Записываю подряд. Поэтому остановились мы с вами вот здесь как раз-таки, когда мы полетели на уже истребитель типа X. На истребитель типа X и посмотрим, что из этого выйдет. Поэтому, Саша, пойдем, надевайте плядик, вы сегодня приятно пить, кушать, приятно чипить, копить или пить воды, приятного просмотра. А мы, собственно, продолжаем. О, ну что ж, спутники Зола. О. Just know if either of you try something, I'll shoot you down myself. You really think you could? They don't call me Danger Leader for nothing. I'm seeing a heat signature under the central satellites. That should be the thermal power. А что, можно ремонтировать, слышь? We focus our firepower. Whoa! Look out! I see it. There's a turret on some of these satellites. Бля, ну он поприкольно будет, как будто бы, да? Бат, нахуй. Разъебали. А это что? Бан. Опасный новый 5. Очень много стало действия. А это прикольный истребитель, как будто бы, знаешь. Copy that, Princess. Danger 5, Danger 6. Don't forget you're shooting TIE fighters now. Acknowledged. Thanks for the reminder. On your position, Danger Leader. Yeah, we're with you, Shriv. All right. Let's remind the Empire who they're messing with. Бати, бати, бати. Бойка красиво, да? Охуенно красиво. Satellite down.
Sector's looking good. Do we have any satellites left? We'll handle the last of them. You take care of that Star Destroyer. Key reinforcements are here. Y-wing bombers. Батик, тут смотри, как много. We need to focus our fire on that Star Destroyer's shield array. Hey, you don't give orders here. All units, we need to focus fire on that Star Destroyer's shield array. A group of TIEs are targeting our bombers. Intercept them. Moving into support. Let's help them out. А теперь, видишь, мы поменялись местами. Помнишь, мы в предыдущей... Нет, в третьей серии, короче. В какой-то серии, да, мы с тобой летали вот на таких вот, там вот раз таки летали мы темах. А сейчас мы летаем на тех, которые, помнишь, тогда сбивали. Сейчас поменяли просто местами. И все. Мальчик, ты можешь сюда пролететь, ебаный? Restoration will finish the job. What? Our capital ship. It can't stand up to a destroyer on its own. But it can finish the job with our help. Copy that. Где еще два? TIE fighters inbound. Ой-ой-ой. Let's take them down. Жестко хуйня. А вот где они. Бля, еще бы их найти все, знаешь что? Да где, ёпта вы, блядь? Чё, пусть знать? Знаешь, блядь. До свидания, нахуй. Мари, добрый вечер. Все просто добрый вечер, блядь. Там какая-то такая, знаешь, не то что легкая, но довольно такая миссия-то. Ну, по себе-то. Ну да, да, чуть, как будто скучновато, знаешь. Сука, ебаная, иди сюда, блядь. Где он, блядь? Где вы, ёпта? А, все. Рождение может атаковать, остальные отходим. Достижение как получено открыто, блядь. Плохо дело. Прости, мы с тобой случаем. Чё? Имперский взрослый предписывает прыгнуть в безопасное место. А эти корабли движутся прямо на Тит, они собираются спать город. Ты отправляйся на Тит, как можно скорее, у нас... Чё-то там, короче. Не успеваю, не успеваю.
Ranger leader. Опасный лидер. Four of us will have to do. Anyone know your way around machines? Помните, мы сейчас с машинами. You're with me. Feed has a defense system, something we can use to stop the Empire. But the storm has damaged power relays across the city. Until they're repaired, we can't activate. Ну, не сработает, пока мы их не починим. План такой: разделимся, отремонтируем ретранслятор, а потом принесу во дворце. Есть. Наверное, уже с другим, она уже вообще в другой одежде вообще. Ничего себе, блядь. Дел Мика. Дел, Imperial reinforcements are converging on this sector. Мать, а можно мне от первого лица? Мать, а можно от первого лица? Алло. От первого лица можно? От первого? Алло, можно от первого? Secure the area. We need this location safe. Will do, princess. Stay close. I'll keep us safe. От первого можно, пожалуйста. Блять. Ну это такое, блять, что здесь нельзя от первого. I need pressure on those troopers. Don't let them near this relay. That'll buy us some time. Del, can you fix the relay? Что за звуком, блять? I used to be an engineer on capital ships, so. Что за звуком, блять? This should be easy. Get to work. We'll cover your back. Yes, ma'am. Shuttle's inbound. We've got more rings on the way. We've just got a relay back up and running. Well, I did. She blasted stormtroopers. Moving to the second relay, we'll be in contact. Secure the perimeter! Reinforcements! Don't let your guard down! Distract them! You're down! Getting there. I just need a little more time. Shield here. Где? Бля, почему от первого не могу? Я не хочу от третьего играть. Right. Again, ну, наверное, бля, я хочу от первого. Почему не могу от первого поиграть? Подожди, почему не могу от первого поиграть? Я зажимаю? Мне только дает от третьего играть. Я хочу от первого. Спасибо, ебан, что стоишь.
Но они такие довольно-таки легкие здесь. Сейчас спокойно, то есть вот так уходишь. Спокойно вот так. It's your turn, Del. On it. Princess, bad news. We're pinned down by a scout walker. We can't make it back to your position. Keep them busy and stay alive. You'll be safe once we set off the ion pulse. Copy that, Princess. Okay, now we're getting somewhere. Come on. Куда они все выходят вообще, блядь? Куда нам теперь-то, ёпта? Что они забаговались? Куда нам, блядь? Туда? Понятно. Imperial forces are headed for the palace. Hold the line as long as you can. Great. Everyone to the palace. Del's going to get inside and detonate an ion pulse. Excuse me? The Queen took precautions before the Clone War to keep Naboo safe from future invasions. An ion pulse that would disable any threat outside the palace. Won't that fry our weapons? Not if we're in the palace. Библу. Чего? Охуенно, блять. Просто, блять, мальчик просто зашел в щит со мной, прикинь. Поехали. Поехали. We just need to buy time. We're being overrun. Everyone fall back. Есть какие-нибудь ступить? Ты чё, мальчик, блядь? Бля, тут есть какое-нибудь оружие? Нету? Run! Everyone fall back!
Del, how's it going in there? Working on it. Security protocols are surprisingly complex and outdated. We'll buy the time. It won't be much. Don't worry, Princess. It'll be enough. Get up these stairs. Keep them away from the gates and don't stop firing. Princess, the pulse is almost ready. Good, because we're running out of places to take cover. Del, now would be a very good time. I'm ready, Your Highness. We've got too many troopers on our position. This walker is too much. Beginning detonation sequence. Get inside the palace. Boss. Это типа спецом, что ли, так сделано? Видимо, не спецом так сделали. Ну, думаю, мы победили. О, здравствуйте, Ваше Величество. Вы отлично работали. Значит, репутация отряда Инферно не врет. Вы говорили с генералом Карлисом. Вы сильно навредили Альянсу. Да, мы. У нас нет оправданий. Судя по тому, как вы сражаетесь, вы не просто бежите от Империи. Для вас это личное. Так и есть. Мы посвятили многие годы, но лишь недавно поняли, что сражались не на той стороне. Если позволите, мы бы хотели помочь вам. Глядя на вас, я понимаю, что надежда есть. И именно эта надежда принесет нам победу. Welcome to the new republic. Добро пожаловать в новую республику. Thank you, ma'am. Спасибо, мэм. Много месяцев спустя. Сенатор Органа, давно не виделись. Строить республику непросто. Равно, как и... Чё? Равно. Блядь, пизду вообще тебе, ебать. Один из наших генералов исчез. Он отправился на Такадану и с тех пор не выходит на связь. Вы должны найти Хана Соло. Тоже хоть джедай, что ли, чё не джедай? Замок Масканаты. Блять, кто это нахуй? Салют, Мас, налей ко мне бросок пару килана. Сначала забудьте за предыдущий. Хватит, распустюсь, знаешь же. Ты изменился, я ничего о тебе не знаю. Где мой... Чё, мой... Чё, ковыряется в соколе. Предачку... Блядь, пиздуй, я диалоги не успеваю за, блядь, с субтитрами. Ты его пугаешь? Вы двое что-то задумали. Выкладывай. Знаешь же, меня ни одно дело не обходит. Я встречаюсь с имперским дезертиром. Он утверждает, что может помочь освоить Вуки на Кашийке. Видел его?
Если приведешь империю к моему порогу, ты же знаешь, я всегда заметаю сюда. Ну уже, помоги мне. Помоги Чуи. Не знаю, о ком ты. Но уже поздно. Развязать посетителям языки будет несложно. Спасибо, Маз. Я у тебя в долгу. И уже не в первый раз, Хан Соло. Не забывай об этом. Мы за него будем играть сейчас? Ну, нихуя. Спроданная Аполдоре 3. А вон, вижу все. Roddy, good to see you. Listen, pal, I'm looking for a friend named Paldora. You know him? After you left me stranded during the Zerka job? Not a chance. Come on, it all worked out. It must have, because here you are. Back off. Find your Paldora on your own. You two can talk about your stupid beards. So he's a bearded guy. Got it. Dejard requires half the tactical thinking of something like Cubicot. The simplicity of getting those blades where they need to be makes me feel like a genius. Значит, он сказал, что у него ничего, да, нету, собственно. Ну ладно. Может быть, Хан Соло. Так, ну мне кажется, где-то... Где-то вот здесь, как будто бы, да? Нет, мы здесь. Что это, блядь? Ну, он туда качется бы. Наверх и вниз. О, мистер Палдора, давно не виделись, мой друг Вуки, как раз тебя искал. Кажется, вы перепутали меня с тем невыносимым придурком с второго этажа. Прошу прощения. Значит, на второй этаж нам стоит. 2000 кредитов, раньше ты... Бля, прикольно было, да, если... Что было бы, если я сразу пошел наверх? Да, их, конечно же, перепутать так легко. Как легко перепутать? Похоже на моего друга. Думаешь, я похож на того дела с бутылкой мерзанского золота? Ничего не хватает мерзанского золота? Нам с тобой будет так, да? А что он сам идет? Нах, ты сам идешь, голубой. Где? Здесь где-то что-то. Да нет. А вот.
Хан Соло, имперский специалист Ральзус Палдора, к вашим услугам. Рад наконец увидеть вас лично. Тихо, убавь громкость. Ой, да-да-да, мы же здесь инкогнито. В чем, блядь, ходится? I have the information you asked for. Not on me, of course. I've hidden two data cubes in the woods. You're forsaken. You've gotta be kidding me. The first one has Imperial shipping routes, fueling locations... Первый путь и сообщение за правочной станции, тайные склады с оружием, или что такое, не скажу. Дам все это республике в обмен на безопасный коридор и убежище. Насчет разведных с Кашиика. Они лежат отдельно, поверь. Там все, что тебе нужно для служения Вуки. Скажи, как ты все это получил? Все, блядь. Спасибо, что сказал. Как это не странно, что статистиков что-то там. Твои друзья? Полагаю, это твоя вина? Да, как всегда. Какое у меня главное правило, Соло? Никаких драк. Пошли, нам пора. Пошли. Я спрятал первый покуп генератора, он совсем рядом, кажется. Ебать, он быстро бегает, слышишь? Great. I see an officer! Don't touch him! Get them, Han Solo! I can't watch! Oh, but I can't stop! Fire! Huh? Do you know stormtroopers only land 77% of blaster shots? Impressive, Han Solo! А все что ли, блядь? Здесь разведданные республики. Здесь тут ничего. Понятное дело, ёбаный, блядь. Конечно, они так просто так будут лежать, слушай. Они им похуй, да? Они просто ходили, тут охраняли все это дело, конечно. Даже не открыли ни один ящик, да? О, нашел. Анстен и Факуба помогут твоим друзьям из республики. Возле прелестного святилища, прям в лесу, вперед. Где? Ну погнали, чё. You must have good intel if they're sending this many troopers after you. The Empire is in worse shape than anyone realizes. А, чел. The Republic will find out. Добрый вечер. The fleet is burning more fuel flying away from your attacks than it can resupply. Warning every 100 seeking asylum. That's all great, but what about Kashyyyk? Are you sure your information can help the Wookiees? It will get you on the planet. But what does the Republic plan to do? Not much, but me and Chewie will shut down those labor camps alone if we have to. Ah, yes! The mighty Chewbacca! Oh, I can't wait to meet him! Set the floor! Is it because Maz is angry at you? I'm sure she will forgive you. I'll just be over here. Safe and sound! Я have to say, I love watching you work.
А как же исправиться? Я найду. Давай, батищи, нахуй. Проверяй, что здесь, смотри. Проверяй, что здесь будет четко. Ну ладно. Значит, вы здесь. Сюда. Found it. Reinforcements. Get down. Терпение, ложись. Ой, блядь, а чё их так дохуя-то здесь? Дохуя, 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 очень. Yeah, it could work. Угу. Yes. Learn to shoot, that should help get you onto the Wookiee planet. Now, to your famous Falcon. You know the Falcon. On average, I'd say 2.2 of every 300. This'll hurt tomorrow. Ребятки, вы какие-то изичные. Давайте, давайте. Добрый вечер. Тихо, мальчик. Shut up and run, would you, pal? I'll hold them off. Just get this ship ready to fly. This'll be loud. Нате, держите, ребят. Today is not my favorite day. Блять, да чё у вас так дохуя-то, ребят? Hey, maybe today's not so bad after all. General Solo, this is Aiden Versio. Inferno Squad is here to help. Boy, am I glad to see you. What brings you out here, Commander? You do, General. Senator Organa sent us. I take it back, Chewie. This is the worst day imaginable. Это их прям много, да? Много. You're clear on the ground, but we got bad guys and ties on the way. Just once it would be nice if they didn't put up a fight. Where's the fun in that, General? Всё. Пока что все. А, вообще на вот эту тень полетели, нихуя все. Нихуя все. I don't care if Maz is on the comm. I don't want to talk to her right now. Han Solo. Марина, как по тарелке летает, чисто. You always cover my tracks. That's what you said. Now there are ships over my lake. I can explain. Don't explain. Just clean this mess. I would never blame you, Chewbacca. General, we're focusing fire on that cruiser. You with us?
Yeah, let's put them in the bottom of the lake. Oh, Mars won't like that at all. Infernal Squad, form up on me. Enemy starfighter headed for General Solo. I see him. Proton torpedoes are ready. Excessive, but effective. You don't see many of those cruisers around anymore. Well, not after that shipyard assault a year back. This YT-1300 freighter you've got is something, but its hyperdrive fails 1.22 times more often than the 2400 model. Chewie, get him out of my cockpit. No, wait! I'll behave! Бля, спасибо, что перегревается, ебаная хуйня. Блять, ну ебаная хуйня. Куда ты улетаешь, мальчик? Блять, этот у меня чуть больше нравился тот прошлый, где мы гоняли за эту девушку. Вот которым на Иден, который катается, вот на нем вот так вот тут корабль, конечно, больше нравился, чем этот. Как-то, блять, хуже. Ну, в плане по этим способностям. Хотя, с другой стороны, тут тоже прикольно. Nice shooting, General. Let's get you back to the fleet. Actually, I've got something else in mind. Chewie's sending the coordinates now. Roger that. See you there. Ну, прикольно, ладно, прикольно. Just be sure you do come back. Пожалуйста. Don't worry. Что там, не бойся, от нас так просто не избавиться. Can't get rid of us that easily. She's all yours, commander. Уже про командир. Говорю тебе, Дау. Ты что-то перемудрился с этим дроидом? Рядом Ферно. Шрифт, не видели с тех пор, как Лэндо выдвинул твою чувство. Честно, Зенатор. Вас что-то беспокоит, командир? Согласно данным Палдора, мой отец руководит операциями на Беспине и Саласте. Прошу разрешения найти его и схватить. Я вам не начальник, Эйден. Командование флота может посчитать данное задание слишком что-то там. А, ну, мы не можем позволить адмиралу Империи усилить свой флот, верно? Будет признательно, если... Чёрт, блядь. Есть. Короче, буду признательно, если вы, типа, ну, сделаете свое задание. Я понял, короче говоря. Ну, ладно, ладно. Да. Интересно. Беспин.
И не их прожектора. Что там? А, будет башня выглядеть настоящими. Эти облака, что нас не заметили. Мы с тобой на этом закончим. Спасибо за просмотр. Такая серия была интересная, очень интересная, разнообразненькая. Новый персонаж, кстати, сегодня был интересный новый персонаж, который мы играли. Интересно, интересно. Всего еще раз за просмотр. Если лайк будет, сигнал тебе не слушай, мне приятно, все заранее как-то делает. Вот. В принципе, все. Еще раз спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.